серваков нету просто никаких, чтобы это все хранилось онлайн. Бля, надо было что-нибудь армурно ебануть. Только не динчик. А, окей. В первом сезоне у меня был Джиггернаут. Но я начал играть не с релиза этой игры, так что... А, FF, извиняюсь. Дэшим, ждем. Давай. Фия. А, бэкдэш. Ой, надо монитор чуть повернуть. О. Блять, я пытаюсь вообще хард комбу сделать. Так, главное сейчас на лаунчер не попасть, господи. Это сразу смерть. Ну, когда я был Чикернаутом, я вообще не играл еще за Ларса, в принципе. Я Сузаку где-то там что-то был во втором сезоне. Это в середине этого сезона я поднялся до... там, я где-то ТГП тоже взял. Ёбаный. Не, далеко. О! Бля, не успел. Делу смолс, hello. How are you? I'm good. Так, что нам сделать, чтобы тут ебануть? Дакай. О. Ней. Ждем. Ней. Я. Ой, найс, дай фатим нажал. Да. Яо. Упс. Не попал. Я рассчитывал хотя бы блок попасть. Ой-ой-ой, хорошо доделал. One, two, three. Бьем комбо.
Дэя. Your Lars, I'm... Oh, thank you. Yeah. Lars Mainers, very rare peoples. They are not fucking tier horse. Там в первом сезоне вообще дрочь была с повышением победами. А, да, кстати, в первом сезоне набрать ранг, нахуй, бля, красиво. Я помню. Было долго, потно. Так. А я не хочу тебя бить. Еще запарит там. 4. Я. Манту, бля, дедфит. А, ну ладно, полежим пока что. Будет так вот. Раунд 2. Дэш плохой. А я вижу, осторожно, он будет. Одна комба, я его убью, кстати. Надо как-то вывести его на эту хрень. Я ничего не делал. Раунд 3. Файт. О, Дефани. Быстро полез. А, вифнул, а! Там ТГП вроде бы дохуя, но там надо что-то пиздить, чтобы получить его. Но сейчас очень легко взять. Чага Джазист, если правильно прочитал, здорово, здорово. Марс не особо силен, как у него проблемы, на твой взгляд. На мой взгляд, у него проблемы. У ТММа есть видосик, он прям все сказал, вот реально какие проблемы у него есть. Плохие лоу, кор, тулы слабые там. Ну, по сути, у него только панишмент, но чтобы его убить, тебе тулов, который не минус 14 хватает. Ну это при условии, если ты знаешь, как против него играть. А, 12. А. О. О, окей, лаунчер не возьму. Йоу. Да, что-то сегодня день слоумо какой-то. Не, не хочу. Опоздал. Как он? Как он цепнул эту хрень? Ладно. Правильно.
Надо было что-то делается потом нажать. С одним. Найс. Нет, нет. Там ТГП в первом сезоне были дохуя кто, только там такое. Опять же, перекидывание сейва было дохуя. Венгард, здорово. Так, хапанья, дрифта тайм. Дрифта, дрифта. Раунд 2. Ну как, он успевает рекавери. Блядь. Сука, в комбинации с его тупым БДФ 2 это такой пиздец. А чтобы он... Да, кого. Эй. А еще раз. Эй. Ус. Ой, не успел, гаран. А, я же в гемот, ну, окей, ГГС, ГГС. Н-
Ну, блин, он плох на турнирах, как бы. Вот так по фану мне, как бы, я не напрягаюсь, не похуй, как бы. Я могу там кататься, дрифтить, срать, как бы. Он плох, когда дело доходит до турниров, и когда вот все прям спокойно играют. Ну, вот в ранкете в основном все хотят тебя ударить, и это мне на руку. Что грамотно. Ну да, кстати. Ну, ранг хуйня, я говорю, ты можешь посмотреть, как человек играет, уже понять, что у него ну, хорошо играет или плохо, или средний, как бы. На глаз уже видно. Не, у Битерса вот, ни одного ТГП нету. Сейвы потерял. Down forward one, one combo instead of down forward two. Down forward one. Doctor, are you about this? This is not hard to hit the combo. You need little bit dash. Матчап для Ларса, ну и лучше. Он. Это. У него, как бы, вот как тебе сказать, у него нет такого худший, лучше. У него, потому что получается так, что. Ну, Фэнг был в втором сезоне, как бы. Из-за того, что у тебя, в принципе, тулы защитные, и третий сезон из себя представляет дерьмо, как бы Лерой Факумрам по-любому это худшее, как бы, худшее, что тебе может попасться. У него, у Ларса все идет твою адаптацию, там больше сходит, сводится к игроку, как игрок сумеет, типа, защищаться, да, атаковать и защищаться против разных персонажей. А прям чтобы, ну, к примеру, вот Стив хромой против Йошика, потому что там Йошик может дохуя где его option selective. Стив хорош против Казуи, потому что, ну, паниш хороший и лоу не может лаунчить, то есть пистоны там не работают. Вот таких моментов, в принципе, у Ларса нету, ему срать, как бы он везде, как бы, ну, скажем, хуёв, да, и поэтому тебе похуй, какой там матчап или кто против тебя. New challenger. О, Евгений, you are dumb, да. Азур, здорово. Сейчас запишем, почему честный чар. Ну, честный чар, как бы, я просто играю с первого сезона. И не хочу менять его пока что. Ну, мне пока что еще другой перс не нравится. But hit the every character, yes, it is to every single character in this game. You can do even hard combo, down forward one, into dash two, then down forward two one. Yo. Yo. Perfect. Round two. Fight. No launcher. Хорошо. Йо. Уйо. КО. Раунд 3. Файт. О, что я нажал? Эй, я. Дорифто, дорифто. Сусанадо.
Сейчас HR это все, когда играет бутер, да, битинг удара, удара. Правильно. Почему вот такие? Не знаю, Евгений, не знаю, вот. Shield of Defection, hello, hello. Nice move. One. Ah! Спасибо. Another one. Ой, блядь, пизданул нахуй. Йоу. Round 3. Fight. Кстати, вроде это панишится, хотя это хай, я не помню, честно. Нет. Стоим пока что. По ногам. One. Так вон. Сука. Ой. Давай, Эльси, брат, спокойной ночи. Кто такой будет? А, есть один, блядь, Серхор. Ну, такой мутный тип, короче, играет только на этих хай-тир чарах. Извиняюсь, на честных чарах. Вон, Евгений знает его. Пускай. А, не успел. Курия. Йоу. Вот он. Вроде 1 плюс 2 хараб, да? Не. Йоу. Ой. Нет. Бля, я зажал, блядь, не успел. Мутный тип. Да, капитан, мутный тип. О, хедбаунд, кстати, накладывается, 12 вроде минус. Сука, миллиард персонажей в этой игре. Не играешь некоторое время и все нахуй. Иди вспоминай, блять, обратно хаймдарту. Так, обратно поедем. Хуйня. Ой, не наказал. А, дадим. Round 3. Fight. А, не аркбласт. Какой аркбласт? Хорошо. Пошкой. Round 4. Fight. А, не могу.
Нет, блять, ну ебучий тратник на мову. Так, надо полежать, наверное. Давайте другого, окей. Я. Using back 4-4 while sending one to switch sides. Yeah, you can do it. It's sometimes not work, but it's you are doing while sending one, then back 4 and you switching sides. It's work very well when you are near to wall. Питерс, короче, он начинал, да, как православный игрок, как бы. Но закончил как бы... Все мы знаем, как он закончил. Вот, вот Evil пытался его остановить, там говорил, нет, Питерс, ну не надо, как бы, остановись, тварина, блядь. Но Стас такой, иди нахуй, Евгений, блядь. А... Йоу. Урья. Урифто. Тейкен Шадра, thank you for following. Да я. Вот он. Ой-ой, это полез. Ой, там три удара, окей. Бля, не успел. Ну, один призвал, поймал бы. А, не успел. А, ее надо было орбитал сделать. Чуть не Ларс best to back one. His best tool is punish tools. Back one is yeah good homing. They buff him season 2, it's good. This you have tool which you can trade your opponent counter hit. But nothing is guaranteed after back one, so you need to be careful. Toi, спасибо. Блять, following.
Дай. Сэй. Да я. Андрю. Хей, хей, да я. Проберю. Ай, блядь, это вниз два было. Красиво сдохли. А чё не контрки? Странно. Yeah, back one is minus 9, so you are losing your turn. No. Yo. Yo. Ой, блядь, степнули нахуй. То рифто. Бля, поймал. А, полежим. Пола байти и паниш, но он злой, да. Пола как этого, блядь. Значит, Матадор, берешь Тора себе, блядь. А, это PS4 вроде наказывает. Так вот, я его лейбил давным-давно. Это третий удар, да, конечно. Ну, я его помню. И это крашит. Ладно, он сейчас мне напоминает все, что у него есть. Будет прыжок. Another one. А, ямблок его.